это серьезно. Часы. Стоял 2 недели, завелся. А? Ну, а конечно. Короче, собрались поехать покататься по зимнему лесу. О, приехал другу для того, чтобы он выехал, разбил сугробы. Но здесь ему прилично намело такие сугробы. Толкая, будь здоров, я все скажу. Правда, надо было трошки погреть, прежде чем выезжать. Все-таки на улице мороз. Жень, может, хай поработает трохи. Хай прогреется. Хай чуть погреется, хотя бы чуть. А он грелся. А, ты, он грелся? А, все, я понял. Все, тогда летим. Глубокий снег для моего трактора. Чисто так, для интереса, попробуем Т-16. Короче, Женик не знает, как трубка включается. Ну, он то знает, но она включается и включается непонятно. Вот, решил попробовать. Сняли у меня лопату, потому что этот якорит. Сразу же уперся в сугроб. Но шасси проедет здесь на раз-два. Назад, вперед, назад. О, назад давай. Не рой, не рой. Не рой, назад. О, пошел, пошел, пошел. О. О, лучше, чем у меня, блядь. Все-таки колеса большие, плюс вес. Все, трак. Вперед, назад и выедешь. Шасси прошел. Ну, а Женик сомневался. Говорю, что люди писали, что шасси идет лучше. А этот боялся. Нет, туда зря поехал. Давай, разошелся. Я сюда точно не доеду, блядь. Еще знал, как блокировка включается, то это было бы намного лучше. А так его левое лысое колесо, оно постоянно буксует. Давай, нет. И все, все-таки шасик. Идет. Его чуть-чуть осталось.
Я его сюда даже близко не доеду, чтобы вытянуть. Вот что значит большие колеса и весь вес распределен на задние колеса. Ну, вот тебе проехаешь, говорю, что проедет. А не, не поеду, если ты не проехал. Говорю, что мой полный привод по сравнению с такими огромными колесами и весом. Ну что, я же тебе говорю, проедешь, блядь. А? Нет, ну а по очереди они, не вместе, а по очереди. Вот, брательнику показываю, чтобы ехал в объезд, потому что мы точно не проедем. Ну вот, смотрите, сугробы. Сугробы мне почти по пояс. Ну тут видно по колеям и по колесам, что сугробы серьезные. Вот. Санек разошелся, вот я проеду. А до этого боялся. Колесо у него, о, схватило, о, пошел, пошел, блокировку включил, все, включил блокировку, разобрать, о, ёпта, маков, ну, а до этого у него левое лысоватое колесо, но, лысоватое, и он не мог разобраться с блокировкой, вот сейчас видно, о, все, блокировка пошла. Что творит часик на такие Женек решил попробовать с разгона. Там ему буквально чуть-чуть оставалось. Перед якорит начинает создавать ему препятствия и не может протолкнуть. Герой! Женек! Назад давай! Раскачки! Все, вперед! Меня все-таки насел, блядь. С раскачки, туда-сюда. О, да! Туда-сюда, туда-сюда, да, да, да. Женя, слышишь? Ты с раскачки дави с кем. Чуть вперед, чуть назад, и он пойдет. Не зарывайся. Там вот буквально чуть-чуть осталось и перед проедет. Блядь, и походу придется опять. Не помогает, сел основательно опять, бля. А там снега, бляха, муха, выше половины колеса. Все, он налил себе ям. Наверное, придется вытягивать. Вышел на горку. Отлично. Ну, мой когда дорывается, когда не висит на мостах, едет отлично. Просто как только снега набивается столько, что он повисает все. Не может уже ничего сделать. Так вот, сам уехал. Тем более под горку. Короче, вот шасик пробивает колею. И я за шасиком по колее. Ну переметы сколько здесь, выше колена где-то, сантиметров 50 переметы.
по шасси как колее, я могу ехать. А так получается, если я сам себе колею бью, пока колеса топчут, получается, под редуктор набивает, и все, и трактор останавливается, и не могу проехать. А начинаешь раскачку, в итоге он буксует и просто виснет, и все. И висит, получается, на редукторах. Так, ну здесь уже переметов нету, потому что лесок начался. Вот так решили просто выехать в лесок, прокатиться. Хорошая морозная погода, снегопад был, заодно посмотреть. Ну и Женик вот уже год прошел, по крайней мере, все не мог, что-то блокировка не включалась. Щелкал, включилась блокировка. Как только получилось включить блокировку, сразу же трактор поехал. Но все равно левое колесо слабенькое, но при этом намного лучше едет. Плохо, вообще хорошо. То, что было в прошлый раз, так было тогда просто мокрая глина. Сейчас тут снегопад будет здоров. Такие брал сугробы. Мама, не говорю, не знаю, видео передаст, не передаст, но думаю, что по колесу даже видно глубина. Вот, ну пока здесь ничего, едем просто. Так, ну вот, а не пошел. Потихоньку идет. Все, проехал. Молодец, а вот по поводу себя я не уверен, потому что шасик еле-еле на блокировке просунулся. Там очень много снега, и идет он я с трудом. Вот, а по поводу себя я не уверен, но будем пробовать, не знаю, как он нас будет вытягивать потом, непонятно. На серебро сильно. Как ты думаешь, приедет? Мне кажется, нет, да? Ну, завтра едет через скорость. Щелкала блокировка в заднем мосту, да? Приятно, если серьезно. Ну это же, чтобы Женик не пробил, мы бы встали, да? Просто он протоптал, он, ты видел, на блокировке шел как вообще с трудом, переваливая с колеса на колесо. А у меня был момент, что я приостановился, пауза, слышу сзади щелчок. Так, ну вот, развернулись на эту колею, который только что я проезжал. Но сейчас, ну, по крайней мере, уже получается два раза. Женик третий, я сейчас четвертый. Думаю, будет проще, потому что колея протоптана. Но туда мы шли с таким разгончиком нормальным. Иду на второй повышенной. Тяги хватило за глаза. Аж подпрыгивал трактор. Но надо брать разгоном. Потому что видно след от моих редукторов. А, назад уже идет. Ага. Царь горы заехал на горку. Сколько-либо проблем. Тихо. Заехал. Ты вон там, вот так вот заедь. Чуть больше радиус и туда заедь. Нет, ты так положишь трактор, стой. Вот здесь радужка. Не, упертый. Упертый пошел. Все, я Женька не узнать, как никогда. Молодец, заехали. Ну, гора такая приличная. Я-то заехал без проблем. Этот, правда, тут дерево ему мешало заехать. Как-то так.
Никто так не съезжает. Надо дальше съезжать. Короче, поехал я вперед, шасику тяжело, колеса передние якорят. Так я поехал, поскольку здесь снега мне хватает проехать, я ему пробиваю колею. И вот он сзади. На улице метель, метет, холодно, минус 5. Мы выезжали, а должно быть сегодня вечером минус 17. А вот пошел мимо колеи. Ну, здесь уже снега немного. Не знаю, что получится, на улице сильный ветер и мороз. Вот, короче, такое вот видео. Не знаю, посмотрю, что там получилось. Нарежу отрывки, там много что снимал. На улице очень сильный ветер, мороз. Утром было плюс 1. Выезжали обедом минус 5, а вечером обещали минус 17. Вот, из-за этого сильный ветер и холодно. Просто решили прокатиться. Может, там поехали, что играть уже, ладно. Потому что поздновато выехали. Вот такое вот получилось видео. Просто чисто так, для лайта. Поснимать, покататься, душу отвести, посмотреть заодно. Я по сути никогда, и Женька, и я в прошлый раз никогда по такому не ездили. Даже не знаем возможности трактора, как он себя ведет. Чтобы даже, если сейчас есть подстраховка, то я к тому, что когда поеду один, чтобы я знал примерно, лезть мне в этот сугроб, не лезть, получится мне выехать, не получится. Вот, и сейчас мы можем подстраховать друг друга, а когда одни поедем, чтобы уже понимали, знали. Ну, думаю, хуже не будет. А трактор, на то и трактор, ничего страшного, все без учиться. Все, как-то так. Комментируйте, ставьте лайки. Все, всем удачи, пока.